Друзья, всем привет, добро пожаловать на канал Game Tactics. С вами Вячеслав, и мы вернулись с вами в Division. В ожидании второй части будем проходить первую, чтобы как следует освоиться здесь. Итак, что у нас по миссиям? Что мы сделали? Мы, в принципе, находимся в самом центре. Соответственно, есть вот такая вот тема. Весь этот дом. 14 уровень, нифига себе. 10. О, то есть нам помогут. На помощь не надо, пригласите. О, это вряд ли. И все? Типа никто не поможет, да? Ну, мы разберемся с этим. Так, один из первичных очагов эпидемии мог находиться в супермаркете Эйблс. Найдите банкноты с исходным штаммом вируса в кассах этого магазина. То есть будем шариться по кассам. С этим неплохой опыт. 28 тысяч почти. Поехали. Итак, этот ублюдок распространял свой чернопятничный сюрприз в крупных универмагах. А какой из них самый известный? Эйблс. Возможно, Амхерст начал именно с него. Нам нужен исходный немутировавший штамм вируса, чтобы сравнить его с мутировавшими штаммами наших пациентов. А найти его можно только на тех купюрах, с которых все началось. Давай в Эйблс и принеси оттуда все зараженные купюры, какие найдешь. Мчусь. Мчусь на всех парах. Эйблс. Торговый центр на Бродвее. Так, это нам походу бежать 300 метров. Ага, вижу ублюдков. А вот нефиг крысить здесь. Так. В принципе, бежать недалеко. Как же здесь не хватает хотя бы велосипеда? Это постоянно, подожди, не понял. А не, перелезть можно, да? Да. Так. О, еще два нарика. А ну-ка, пристрелим их. Вот так, череп. Стоять. Мудозвоны. Что там у нас валяется? Патроны. Где-то еще. Дерьмо. Ага, вижу. Блин, сколько вас здесь? Надо защищать. Заодно прокачаемся. Отлично. С двух сторон, да, решили? Козлы. Подкожные. Пошел ты. Сам нюхни. Вот так вот. Есть что? Патрончики, отлично. Так, и тут, да? Не-не, подожди, что это такое? Перчатки с подбоем. Восьмой уровень. Но они типа круче, чем мои, да? Ну давай. Надеюсь, круче. Ты заблудилась? Эй, собачка, я с тобой говорю. Собачки тут, смотри, какие интересные. Далматинец? Тихо, не гавкай. Свои. Разгавкались. Что это? Где-то бомба. По-любому. Вот она. Это здесь лишнее. Кто-то типа услышал. Ага, нифига себе, они прореспавнились. Нормально? Ловите. Как ты выжил?
Вот так вот. Прикол. Ты видел? Раз и появились. Эх, Ubisoft, Ubisoft. Закрой двери. Так, ну мы пришли. Почти. 100 метров. Еще бродят всякие. Блин, надо еще кругом входить. Так, ну вот он, походу, да? Тут еще у нас... Тихо, подожди, нет, нам не сюда. Метро все равно не ходит. Так, спокойно все у нас здесь. Вот, походу, здесь. Собака не гавкай. Ёлки-палки, сколько трупов. Вот, да. Пришли. Ну, погнали. Будем искать, кого освободить. Так, агент, твоя задача — найти купюры, которые распространял наш дорогой Амхерст, поскольку на них должен быть исходный штамм вируса. Эйблс — один из первых очагов заражения, так что если повезет, там будет полно таких купюр. А также нью-йоркцев. В универмаге один из самых крупных лагерей беженцев. Не хочу на вас давить, но без этого исходного штамма нам не на что опереться. А значит, на вакцину можно не рассчитывать. Так что это производственная необходимость. Я понял. Я все прекрасно понимаю. Вирус есть вирус. Так, вот этот вот челик у нас ходит с гранатами, все правильно. И у нас здесь чистильщики. Так, надо вынести того дальнего. Еще попасть бы в голову ему. Да, спали его нафиг. А, короче. Плечо попал. Стоять. Ну что, понеслась. Есть. Взрывоопасная тема. Так, бежит, 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 смотри. Этих надо сразу выносить, бо они с топорами бегают. И тебе баллон поджечь. То есть я с тебя подпалю. Есть такое дело. Внимание! Температура поднимается. Концентрация углекислоты повышена. Какого хрена? Похоже, в здании пожар. Я загружу высок планы этажей. Наверняка они тебе понадобятся. Расчет маршрута к пульту системы пожаротушения. Ох ты ж, блин, тут еще где-то граната. Ага. Бомба. Есть такое. Так, бегом. Ох ты ж, елки-палки. Ты посмотри, пораставляли. Огнетушитель бы взял, бы потушил. Так, давай бегом, прогорай. Так, отлично, погнали. Вижу. Есть. Крутим вентиль. Внимание! Система пожаротушения включена. Система блокирована на верхних этажах. Снимите блокировку вручную. Начинается. Отлично. Иди вперед. Я пороюсь еще в этих схемах. Буду сообщать тебе, где выключатель. Ох ты ж, блин, твою налево. Напоминаю, тебе нужно найти те купюры, на которых был исходный штамм. Ищи везде. В кассах, в коробках для пожертвований, в банках для чаевых. Везде, где только могут быть наличные деньги. Я понял. Будем искать. Так. Здесь, походу, есть что-то. Нет, не здесь. Дальше. Тут мы шинюшечки не пособирали. Забираем. Боеприпасы, отлично. Так, тут нет. Сюда, блин. Куда же бежать-то?
Вот что именно круто здесь вот сделано, это вот весь мусор, вот этот весь хлам, вот это все маленькие баночки, вот эти вот, это все, оно двигается. Почти все. О, рюкзак. Протеиновый батончик, отлично. Подхомячимся. Так, сканируем. Тест на вирусное заражение отрицателен. Конечно, не может же быть все так просто и со старта. Так, наверху еще здесь где-то, да? Вот здесь. Где? Ага, вижу. Тест на вирусное заражение отрицателен. Конечно, отрицателен. Смотри, как вообще все четко прорисовано. Так, ладно. Потом вниз. Погнали. Уже капает. Твою мать. Да. Есть такое дело. Тест на вирусное заражение отрицателен. Нормальный ход. А где же? Заберите банкноты. Ого, бежать кука. Такой супермаркетиш. Ага, есть, 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 есть уже. Красавцы ходят. И что самое интересное, друзья, музыка. Вообще, мне просто бомбово нравится музыка в этой части. Подозрительно. Даже с первого раза. Есть. Откуда ты взялся, блин? Внимание. Вероятный противник. Да понятное дело, что вероятный противник. Не подходи ко мне. Еще бегу, смотри. Смотри, 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 что делает. Сдохни. Гори ясно. Ну. Вижу наверху. И чё? Мы боимся? Контролить, конечно, тяжело. Калаш. На. Будем надеяться, ты успеешь найти эти купюры до того, как чистильщики все сожгут. А я тоже надеюсь. Высокая температура разрушает ДНК. Уже при 100 градусах ковалентные связи рвутся, и двойная спираль расстегивается, словно молния на платье у старшеклассницы. Еще и поэтому не стоит их к себе подпускать. Ну вот, и я о том же говорю. Прикольно сказано. Вот так вот. Так, ну я думаю, что мы успеем забрать, пока их не сожгли. Забираю. Забрал. Так, наверху. Ломимся, щемимся. Сканировать. Тесты на вирусное заражение. Конечно. Конечно, отрицательно. Но тут должно быть по-любому, елки-палки. Гора трупов. Где? Где эта касса? Вот она. Тесты на вирусное заражение. Блин. Отрицательные. Забрать банкноты дальше. Типа здесь. И каким образом? Внимание! Опасность возгорания. Судя по схеме, впереди находится аварийный переключатель. И... Ух ты ж, ёлки-палки. И как? Отлично. Потушили. Так, нам куда? Наверх. Наверх. Внимание.
внимание! Повышенная концентрация вируса. Есть. Значит, где-то рядом зараженные купюры. Ищи их. Только ищу. Не извиняйся, когда найдешь. Ну, понятное дело, блин, вообще дурачком был. Внимание! Опасность возгорания. Я нашла еще один выключатель системы пожаротушения. Высылаю координаты. Так, сейчас еще эти придурки повылазят, да? Ну да, пополнение. Ящик стоит. И... Внимание! Противник поблизости. Ну так и так и знал. Уже сразу стреляют, да? Отлично. Просто превосходно. Вообще вслепую стреляю. Есть. А ну покажи бошку. Красиво. Так, еще. Вижу. Ну. Двое, да? Вижу. Вот так. Так, что там? Один, двое. А ну-ка, с дальнего. Гори. Ай-яй-яй. Это было больно. Блин. Но, да ёлки-палки, не даст стрельнуть. Не спрятался. Эх, кто не спрятался, я не виноват. Сколько у вас, ёлки-палки? Получай. Отлично. Кто-то ещё? Да-да, вижу. О, тут у нас прокачанный челик. Я ему попадал 3 раза по банке, по его вот так вот. Не добежал. Агент, не хочу надоедать, но мне нужны эти купюры. В целости и сохранности. И не обугленные. Обугленные края означают, что молния на платье уже расстегнута. Конечно. И постарайся не погибнуть, ладно? Ладно. От обугленных агентов тоже нет никакого толку. Петросянец. Так. Внимание, вы вступаете на зараженную территорию. Внимание, подтверждено наличие вируса. Подтверждено, это агент, хорошо. На чеку. Мы только что получили сообщение от наблюдателей ОТГ. В здание прибыли новые группы чистильщиков. Держись от них подальше. Повторяю еще раз. Купюры должны быть как новенькие. Ну, ты понимаешь? Конечно. Вы лучше всех. Зараженную зону. Так, засейвились. И сколько у вас здесь? Небось до хренища. Так, одного увидел. А еще? Это один даже странно. Должны быть еще ублюдки. Вижу. А у тебя измены. Бежит, бежит, красавчик, прямо походочкой. Казинский? Ты кто такой?
Да у нас тут мини-босс. Рекомендуется стрелять в переносной резервуар. Пошел ты. Переносной резервуар. Внимание, противник. Это вот это что ли? Я побежал. До свидос. И тебе в бошку. Надо влететь сюда. Да ну вас нафиг. Вот это уже нечестно. Сдохни, падла. Ого, пробивает. Да-да-да, конечно. Ну-ка. Череп. Это просто потрясающе. Найти в озаренном универмаге купюры с исходным штаммом все равно, что иголку в стоге сена. Но тебе удалось таки это сделать. Жду не дождусь, когда ты притащишь их сюда. Обалдеть. Кстати, агент, с меня выпивка, если она еще где-то осталась. Без проблем. У нас уровень. Отлично. 9-ка заслуженная. Так, куда нам бежать? Поговорить Джессика Кэндл на базе. Соответственно, база вот здесь. Так, и новые улики. Так, а что у нас тут по шматью? Так, сравнить. Ну, у меня добавляет здоровье. Здесь вместимость, конечно. Угу. Да не, пока... Спасибо, агент. Этот образец исходного штамма мне очень помог. Я подготовила отчет для потомков и для ЦКЗ. Ты тоже посмотри. И это здоровье добавляет, елки-палки. А нет, это не добавляет. Мы используем с вами на стрельбу. А это 8 уровня добавляет. Конечно, его используем. Какие-то стволины и улучшалки, коллиматоры, прицелы. Так. СВД из резерва. Ну, в принципе, у нас лучше. Так, что мы здесь посмотрим по модификациям? Тут у нас... Стоит уже. Походу на калаше, да? Да. По прицелу. Коллиматор 4, 2, 1%. Все маленькое, ладненько. Все нормально. Так, что у нас там? Внешний вид. Обувь. Кеды. Я в кедах бегаю. Сапоги, ботинки, прогулочные, спортивные, универсальные. Универсальные будет отлично. Так. Сапог нема нормальных? О, смотри, какая красивая. Отлично. Вязаные, то, что надо. Так. Досье. Улики. Образцы оригинального патогена «Зеленая трава», взятые из купюр, использовавшихся для первоначального заражения, позволили нам детальнее изучить базовый геном.
Я обнаружила прямые свидетельства того, что вирус создан искусственно. Генетический материал полудюжины других патогенов. Их внедрили, чтобы повысить убойную силу вируса. Ты понял? Вот такие вот номера у нас здесь. Так, что мы будем бежать? Мы не будем бежать. Мы просто переместимся сюда. Ведь мы можем переместиться, да? Да. Интересно все закручивается, конечно. Сейчас побазарим с этой тёлкой. Она скажет. Заходим. Джессика Кэндл нам нужна. Джессика. Вы вошли в безопасную зону. Что за баги? Джессика, папа дома. Так, пополняшечка. Что там у нас свеженького? Есть что-то вкусненького? Но денег не... А, хотя, в принципе, смотри. Карабин, нифига. Подожди, подожди. Слушай. 2400, нихера себе. А он крутой. Он крутой. Но у него скорость маленькая. Точность то такое. Стабильность тоже такое. Все прокачаем. 2400. Не, ну реально. 3562, да? Надо брать. Купить. 15x, усиленная пружина, винтовочный глушитель Омега. М4 карабин, смотри, подходит. Это глушак, да, у нас? Надо взять. Прикупиться, как говорится, увеличенный магаз. А, я вот, конечно, не знаю, что-то продать можно, кстати. Вот это. СВДшечку. Да. А, вот эту тему. Ну, наверное, вот это. Да, да и это тоже. Так, ну. Обожаю заключать сделки. Спасибо. Снаряжение. Снаряжение тоже нам что-то надо такое интересное. По здоровью, смотри, какое. Увеличивай, смотри как. Увеличение опыта за убийство, столько с критическим видом урона, боезапас. Ну, тоже такое. 14 боезапас. Ну, здоровье, блин. Не хочется так тратить здоровье. Хотя, ты видишь, оно вроде как... Чуть уменьшает то. Всё. Вот это вот тоже интересная тема. Побура, да? Смотри как. Девятый возьмем. Да, в принципе, все. Только да. Обращайтесь с этим аккуратнее. Хорошо. Хорошо, договорились. Одеваем. Так, а ну-ка, а вот этого мы тебе сейчас продадим быстренько. На вас смотрят. Вот это мы продаем. Легкая кобура. И это мы продаем. Отлично. Хорошо. Тебе превосходно. Так, вот это мы теперь разбираем. Берем вот это. Смотрите, гляньте сюда. Пока не расхватали. Да, все правильно. И прокачиваем.
У нас уже здесь стоит 12X. Вот это да. Смотри, это какая-то же лучше. 1%. 4, 4. Коллиматоры, это все не то. И все. Ага, и все. Ну и глушитель еще. Ну и ладно. Тоже ничего так будет валить в башку. Можно улучшить медицинский блок. Сейчас мы быстренько медицинский блок. А, вот и ты. Вот и я. Подожди. Джесс. Сейчас я улучшу твой блок, и мы с тобой побазарим. 1600. Нифига себе наколедовали. Лаборатория. Полевой медпункт. Преимущество средства защиты. Более зараженные, смотри, надо брать. Карантин. Комплект разведчика. Импульс. И интенсивная терапия. Модификация. Ну, давай, короче, вот это. Настоящая работа, агент. Тебе должны платить как следует. Ага. 560. Аптека. Шок и трепет при подавлении противника вас снижает, возрастает скорость передвижения. Союзники. Преимущество. Давай. Угу, красота. Можно использовать новые способности. Спасение в беде. Вот это отличное дело. Идеально. Даже не знаю, как тебя благодарить. Хотя у меня есть бутылка вина. Отлично. Ну, наконец-то. Как вовремя. Психологическая помощь — это важно. Физическое здоровье само собой, но душевные травмы тоже требуют лечения. Понятное дело. Отлично. Аптека. Теперь лекарства будут выдаваться строго по рецептам. Все правильно. Только по рецептам. Есть. У меня есть лаборатория. Наконец-то у меня будет оборудование и персонал. Спасибо, агент. Ты понял, какие движения у нас здесь? Воспроизведение. Ладно, это мы потом разберемся. Так, Джесс, а ну рассказывай. Привет, я... Одну секунду. Да. Извините, доктор Кендалл, но образец не дал результата. А вы прикомнатные делали? А, вы же сказали... Я сказала, комнатная температура. Ну, отклонение было незначительное. Знаешь что, я сама сделаю. Ты просто не трогай. Сделаем вид, что ничего не было. И почему так трудно найти компетентных помощников в разгар эпидемии? Ну, во всяком случае, мы приступили к анализу тех образцов. Доктор Эллис меня выручил, взял на себя медблок. Теперь меня не будут отвлекать. Моя бывшая говорила, что патогены мне ближе, чем люди. Моя бывшая. Забавно? Да. В общем, продолжай в том же духе. Мы уже на полпути к вакцине. И с твоей помощью мы ее сделаем. Твою мать, ты еще и лесбиянка? Наверное, бывшая. Так. Ну, отлично. На этой ноте мы и закончим здесь. Что такое? Спасибо, что смотрели, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и будьте здоровы. До новых серий, видосиков и до встречи. Пока-пока.